Его музыка вдохновляет, он объездил почти весь мир и везде, где был, оставил частичку своей души. Известный пианист, потомственный музыкант Арсений Тарасевич Николаев приехал в Чебоксары с концертом и провел мастер-класс для юных музыкантов столицы. Арсений Тарасевич Николаев родился в Москве в семье музыкантов. Его бабушка – всемирно известная пианистка Татьяна Николаева. Мама тоже профессионально занималась музыкой. Казалось, что выбор профессии был определен свыше. Но сначала появилось желание слушать музыку, говорит Арсений, а уж потом научиться играть самому. Это моя жизнь – это то, что вызывает во мне самый глубокий эмоциональный отклик, в принципе, в жизни. Это красота, это то, что дает мне чувство соприкосновения с божественным. Арсений – выпускник Московской консерватории и лауреат многочисленных международных конкурсов. У него собственный стиль игры и исполнение. Передать частичку своего опыта он пытается ученикам. Мне, честно говоря, нравится педаль, которая вот у тебя здесь поставлена, вот с крестиком на третьей ноте, потому что это вот как раз даст это ощущение воздушности, элегантности. Можно я попробую просто? То есть и чуть-чуть дай себе вот эту свободу сейчас, попробуй. Иногда, не везде. Чулпан Камалетдинова играть на фортепиано мечтала с детства. В музыкальную школу пришла в 7 лет и благодаря своему старанию, желанию и трудолюбию стала лауреатом городских, республиканских и международных конкурсов. Наставления известного пианиста девочка слушала внимательно. Я, конечно, очень волновалась, но мне прям очень понравилось. Я учту его замечания. Я вот первый раз вижу такую знаменитость. Очень рада, что он мне помог. Надеюсь, что я буду играть лучше. На мастер-класс пришли не только начинающие музыканты, но и педагоги. Ольга Сумкина, музыкальный преподаватель «Чулпан», отметила, что его замечания очень важны перед подготовкой к очередному конкурсу. Я считаю, что подобные встречи очень важны обязательно и для нас, для педагогов, и очень важны для ученика, потому что они дают толчок к творческому росту. Потому что даже если вроде как вот за такой короткий промежуток времени нельзя что-то в глобальном плане поменять, но какие-то вот музыкантские советы, они очень помогают. Все равно это другая точка зрения. Но, конечно, самым главным и ценным подарком для ребят стала его игра. Республика.